И снова здравствуйте. Я решила не дожидаться, когда на моем канале станет там 4 тысячи, если, конечно, станет, или 3 500 подписчиков, или еще какая-то определенная дата, и решила провести небольшой конкурс среди своих подписчиков. Если среди вас есть любители чая, чайных церемоний и прочего, то я думаю, этот конкурс будет вам интересен. Потому что призом у меня будет вот такой, я решила сделать интересный такой зеленый мешочек с золотинками. Можно сказать, немножко такой новогодний предпраздничный, хотя до Нового года еще 1.5 месяца. И внутри вы найдете вот такую шикарную ложечку, это керамическая ложечка в виде старца такого, это чайная ложечка, насыпать чай. Вообще хочу сказать, что она из Костромы, однажды я там ездила в 2010 году и накупила, зашла просто в магазин чайный, и 2000 там оставила, кучу всего разного накупила, и что-то такое в подарке сувениры, и вот она просто у меня осталась, лежала, и я решила, что, наверное, пришла пора ее кому-нибудь подарить, какому-нибудь счастливчику. Условия конкурса я, конечно, скажу позже и оставлю информацию в инфобоксе, если вдруг кто-то что-то не расслышал или недопонял. Потом, подарком номер 2. Это будет пакетик зеленого чая из моей коллекции, естественно, с васильками. Это от Green Mama чай. Одно время у них продавался на сайте магазина и давался в подарок. Ну, я в свое время нахапала про запас. И вот у меня вот такой чай есть. Ну, василек, он, в принципе, сам по себе полезен там, то все. Да и зеленый чай тоже. И второй чайчик, это зеленый молочный чай, ароматизированный молоком, ну, точнее, сливками. Ну, допустим, по типу молочного улуна, только зеленый молочный. Еще бывает такой черный молочный чай. Это черного дракона чай, тоже отрываю от сердца. Мне он очень нравится. Я, ну, думаю, что понравится и вам. А возможно, кто-то из вас его даже пробовал и любит. В общем, вот такой небольшой сюрпризик, презентик. Ложечка чайная, ну, пакетик, соответственно, и 2 пакетика чая. Если вам интересно это и вы хотите принять участие в конкурсе, то, в общем, я ту, ну, типа, в путь. И условия конкурса. В конкурсе могут принять участие мои подписчики, кто подписан на мой канал. В конкурсе могут принять участие, ну, в общем, первое условие, это надо быть подписанным на мой канал, надо быть моим подписчиком. Не ВКонтакте, там, не в группе ВКонтакте, а именно на канале YouTube. Потом надо быть как минимум 14-летнего возраста, ну, в общем, чтобы вам было уже 14 лет, чтобы, допустим, получить посылку и с вас на почте там спросят паспорт. 14 лет, насколько мне известно, в России уже выдают паспорта. Потом надо, соответственно, быть жителем Российской Федерации. И еще, ну, в общем, как оповестить меня о том, что вы участвуете в конкурсе. Под этим видео оставить комментарий, что да, я там хочу участвовать в конкурсе, или да, я типа принимаю участие в конкурсе. И еще попутно оставить, конкурс будет проводиться в течение недели. У нас сегодня какое число? Так, по-моему, 18-е, да, и, в общем, до 25 ноября, 25 ноября я вечером, ну, допустим, в 6 часов вечера я заканчиваю принимать эти ваши комментарии, да, уже после 18.00 по московскому времени они будут все не учитываться, остальные, и я провожу рандомом, как вот так же проводила этот первый свой конкурс на рандомском сайте, ссылку на него оставлю в инфобоксе. Кстати, на нем же вот как раз Настя Зарецкая проводила свой конкурс. Ну, забиваю вас, ваши фамилии, заснимаю на это на видос и скидываю потом отдельным видео рандомным, кто там кому как повезет называться, да, там методом тыка программа сама выберет кого-нибудь. И, соответственно, в комментарии надо будет написать, ну, как вот, за это все время можно просто оставьте еще комментарий, просто, ну, допустим, на тему, какое видео из моих заснятых вот на канале вам интересно было вообще, вот там вы мой подписчик, вы смотрели эти видео, и какое-то из видео вам интересно. Ну, допустим, вот видео про чай, которое я сняла недавно, оно будет залито на канал. Или видео там, допустим, обзор косметики, еще что-то, вот в таком духе. Ну, и я в инфобоксе, соответственно, напишу
условия, чтобы, потому что я тут невнятно, возможно, что-то спонтанно говорю так, но чтобы было это все понятно. В общем, если вам интересен этот конкурс, вы интересуетесь чаем или вам хочется что-то такое от меня получить, вот именно вот такое, то добро пожаловать. Ну и спасибо за внимание, до новых встреч. Пока-пока.